происходит сегодня, несмотря на то, что нет взрывов, слез матерей, потери детей, но происходит невидимая война, ежеминутно, ежедневно мы с кем-то, если не воюем, то спорим, доказываем, что тоже в маленьких масштабах несогласие. И вот как бы эта песня была задумана как открыть первопричину, что же с нами происходит. Откуда эта война появляется, вроде все любят, все хотят хорошего, и вдруг доходит до такого кошмара. И вот я попытался это все выразить. Мысль о войне торчит, как в год.